А я вот сейчас за фаршем и яйцами балую вас голубцами. Не лень вам будет на кухне полдня возиться. Так ты мне поможешь. А мне будет лень. Так сделаем ленивые голубцы. Попробуйте салатик с руколой. Я с собой ложку везла. Какую ложку? Чтобы икру есть. Надежда Васильевна, вам КВН надо. Мам, ну будет и икра. Это как колодец на моей даче. Мам, ну сделайте Весене колодец. Да когда он сделает? Он бизнесмен, миллионами ворочает. Мам. Что, мам, я за Сень переживаю. В ресторане работал, как пирожок лоснился. Сейчас сухарь. Я нашел еще одну работу. Какую работу? Японский суши-бар. А с папа будет извозить суси с 8 до 12. Дети, значит, отца будут видеть, если только суси заказать. Это же наша отцовская доля, Надежда Васильевна, зарабатывать. Сайонара, сайонара. До свидания по-японски.